всем доброго времени суток. У нас очередная Toyota Tacoma, примерно удар такой же, как и на предыдущей Tacoma был. Здесь складочка есть хорошая прямо. Вот здесь. Если помните, в прошлый раз мы вот так вот меняли. Здесь вот. Так, сейчас. Вот так вот будет лучше видно, мне кажется. Вот шов. Вот где шов идет. Вот здесь вверху идет шов. Вот. Мы так и меняли в прошлый раз. Наверное, в этот раз примерно думаю, что так же и пойдем. Вот это все подровняется. А вот здесь вот по шву вот так пойдем. Вот. Как-то так. И здесь то же самое пойдет. Вот, но здесь... В этом случае мы будем менять вот эти фартухи. И этот, и тот поменяем, скорее всего. Ну, этот обязательно поменяем. Вот этот. Это тоже, я думаю, что тоже поменяем. Вот. Сейчас они привезут нам точно такого же цвета, белую. Разобран. Так, здесь дверь что-то ударенная тоже. Если видно, завернут сюда. Hi everyone, we have another Toyota Tacoma here. Front end. We're gonna change the aprons with the radiator support. We taking that from another car. Also probably changing the tips on the rails.
Так, ну, в принципе, здесь все. Сейчас я фонарь возьму. Вот, здесь мы меняли. Не совсем даже видно, где меняли. Вот так. Ну и вот эти вот плечи здесь. Сейчас зазоры выставляем. Капот, крылья, все в принципе. Done with the Tacoma, just gotta put the hood and fenders, make the gaps, and that's it. Все, я уже включаю.